Всем доброго времени суток, с вами снова Николай Расулин, участник группы Plaidy Dusk Team. Это пятый видеоурок по 3D моделированию автомата M3A1. После долгой паузы мы все-таки продолжим делать этот автомат. Я освободился. И сегодня мы будем делать UVI развертку. А спекание, возможно, будет уже в шестом уроке. Я посмотрю по длительности. И еще. В моменты, когда я буду молчать, я, наверное, буду просто ускорять видео. Я думаю, для вас будет понятно все-таки. Я покажу там основные приемы на некоторых элементах. А дальше все, но точно же так же. И нужно будет просто немного включить голову, так как все-таки это... Как сказать, не особо стандартные методы. Надо для каждого объекта придумать что-то новое. Как это соединить и... В общем, нужно включать голову. Итак, начнем, наверное, с базовых деталей все-таки. Наверное, начнем с основания. И все-таки... Я буду делать развертку при помощи плагина TextTool, скачать, где скачать его, я, по-моему, вам уже показывал на внеплановом уроке. Кстати, я там, по-моему, рассказывал, я уже не помню, это было пару недель назад. Так что, ладно, я не буду даваться подробности, начнем делать, то я уже наговорил, и так почти 2 минуты, и понеслась. Накладываем наш читбокс, чтобы видеть, как она лежит. И нажимаем Edit UV W. Только самое главное хочу помнить о том, что здесь у вас ничего не должно быть нажато. То есть ни полигоны, ни элементы, ни грани, ни бордюры и ни вертексы. Вообще ничего. Так как тогда модификатор применится к определенно какому-то вертексу, например, или грани. Этого не должно быть. Так, накладываем, нажимаем кнопку. Вот это вот, где там UV. Edit UV и понеслась. Думаю, нам будет развернуть проще ее как книжку обычную. Для этого тогда выделяем эту грань. Почему так выделилась, если вы не забыли, то здесь указано вот это Select by Planner Engine. Он будет выделять также, кроме той грани, по которой вы нажали, грани, которые совпадают по значению по углу или близки к нему. Например, вот разница не составляет сейчас. Разница составляет не больше 20 градусов. Так, нажимаем на утюжок. Сразу здесь относим. Здесь выделили. Теперь смотреть это дело. Так, показалось, что мы что-то зацепили. Кстати, для тех, кто не знает, если вот вы выделили пару элементов и нужно еще добавить, зажимаем Ctrl и клацаем по нужному объекту. Если нам нужно его убрать из вот этой всей группы выделений, нажимаем Alt и клацаем по нему, он убирается. Вернее, не убирается, а снимает с него выделение. Так, утюжок. Так, вот это покорудово. Применим Relax. Несколько раз, пока он не выровняет более-менее. Если что, то этот дефект устранится позже. Сейчас перейдем на редактирование грани, чтобы узнать, он тут не отображает. Вот так вот. Все. Выделяем. При помощи Quick Transform поворачиваем на 90 градусов. И так. Получится красиво сделать. Должно получиться. Выделяем. Вот эта вот кнопочка выделяем. Все ребра. Так, выделяем это. Обратно переворачиваем. Кстати, здесь также работает Ctrl-Z, вот это откаты. Очень удобно порой. Забыл выделить.
Первичный монтаж урока показал, что он выходит довольно-таки длинным, поэтому я принял решение. Часть по UV-развертке, где я хотел бы вам показать, как собрать эту развертку полностью для всей модели, а не для отдельно ее элементов, я покажу в шестом уроке вместе с запеканием, так как запекание сам процесс не очень долгий и подготовка к нему не очень большая, и видео вышло бы маленьким, поэтому, как я уже сказал, последний этап создания UV-развертки будет совмещен вместе с запеканием. В шестом видео уроке. На этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на мой канал, на канал Дмитрия. Вступайте в нашу группу. Шестой урок будет очень скоро.